Откатай шарик. И вот сюда их складываем. Мы должны с тобой... Нет, подожди, не прикрепляй пока. Мы должны их с тобой собрать. Много-много. Слепить из пластилина елочку, сделать своими руками рождественский венок, нарисовать открытку. Перед Новым годом у ребят немало важных дел. В преддверии волшебного праздника инклюзивный клуб «Изумрудный город» навестили друзья из Одинцовской торгово-промышленной палаты. У нас в Одинцовской торгово-промышленной палате сложилась такая традиция добрая. Рождественская неделя, мы ее называем, благотворительная акция. И в этом году мы расширили список наших подопечных и пришли в «Изумрудный город». Пришли не с пустыми руками. В клубе «Изумрудный город» занимается немногим более 50 особенных детей. И каждый из них талантлив. Чтобы развиваться, нужно не так много. Краски, пластилин, фломастеры. Ребята вместе с преподавателями составили список необходимого. Одинцовские предприниматели в порядке шефской помощи приобрели и передали в клуб много замечательных подарков. У нас ребята занимаются лепкой, рисованием, игрой на музыкальных инструментах. И вот все необходимое для этих занятий теперь есть в нашем клубе. Говорят, под Новый год исполняются все желания. Убедиться в этом совсем несложно. Ведь чтобы стать настоящим Дедом Морозом, совсем не обязательно надевать красную шубу и клеить бороду. Жанна Набок, Елена Кравченко, телекомпания «Одинцова».